ты, ну-ка ложись спать быстро. Ладно, я понял. Ребят, всем привет. Вы на канале Smile Freddy, и меня зачем-то посадили в тюрьму. У тебя одинаковые предметы из Roblox, и ты не знаешь, что с ними делать? Тогда переходи на starpets.gg, ведь у них на сайте появился крутой обменник. Бери и меняй несколько своих предметов на один крутой или наоборот. Получи с одного предмета кучу разных. Все делается, ну, очень просто, а главное, быстро и безопасно. Ну и не забывайте, что на StarPets можно покупать или продавать предметы из Roblox выгоднее, чем где-либо. Все ссылки на лучший маркетплейс по Roblox у StarPets будут в закрепленном комментарии. Вон ходит охранник, но он какой-то пузатый, смотрите, у него пузень выпирает. Так, нам показывают, что мы можем с вами выбраться через вентиляцию. Он пока за нами не наблюдает, мы с вами идем по вентиляции. Он спалил нас, похоже. Да, смотрите, он нас спалил, мы с вами убегаем. И наша задача выбраться отсюда. И это, ребята, необычный побег. Мы с вами здесь играем от первого лица. Видите, да? Как я выгляжу. И окей, давайте посмотрим, что из этого получится. Смогу ли я сбежать перед просмотром? Обязательно ставьте лайки. И, конечно же, подписывайтесь на канал. А я так, ага. На кнопку нажать надо, возможно. Надо пробежать очень быстро. Я не знаю. Да. Интересно, она закроется или нет, ребят? Скорее всего, не закроется. Ладно. Идем сюда. Пам. Где я? Вон он. Воу. Подожди, а как мне теперь куда? Ага, вон он ходит. Так. Чувак. Он меня заметил. Черт. Так, надо бежать сюда. Он идет за мной прям. Так. Надо вот сюда добраться. Давай, есть. А, ты сюда не залезешь. А я залез, а ты не залезешь, смотри. Пузом застрял. Ты чё? Ага. Перепрыгнул. Так, окей, ладно. Видимо, он забил на то, что я тут есть. Так, надо теперь аккуратно прыгнуть. От первого лица это не так просто. Подожди-ка. Надо вниз сначала спуститься. А потом, получается, туда бежать. Так. Не-н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 е
застрянь пузом, застрянь пузом. Давай. Все, до свидания. Фуф, тут чувак какой-то меня испугал. Так, окей, ребята, погнали. И ворота теперь, в принципе, открыты, и нам теперь вниз не надо спускаться, но мы можем с вами идти дальше. Погнали. Так, где я? Это туалет. Опа-на. Кто это здесь пердит? Кто это? Это просто унитаз, типа такие звуки издает, да? Так. Кто ходит, я не понимаю. Так, мне, походу, вот сюда вниз надо. А! Где это я? Это в тюрьме. Такая жесть происходит. Под тюрьмой, да? Жесть. Лава, смотрите. Ну, все в духе роблоксовских историй. Так, все отлично. А, здесь тоже перепрыгивать. Слушайте, тут такие. Они ломаются. Нифига себе, вы видели? Они ломаются. Так, ладно, я перебежал. Еще звуки такие. Типа сделал, нифига себе, что такое. Это пещера какая-то, черепа? Пещерные. Ого. Катакомбы какие-то, как будто. Так. О! Ничего себе! А куда бежать? А, вон, вижу. Откуда он появится? А, он издалека. Ладно. Издалека не страшно. Мы будем вот так перебегать, да, если... А можно факел взять? Нет, факел нельзя взять. Так, едет. Катится шарик, а мы с вами бежим. Так. Сюда теперь встаем. И, походу, нам туда надо бежать, да. Скорее всего. Я так думаю. Погнали. Да, ребят, вот лесенка какая-то. Let's go. Посмотрим. Это кто? Это воришка какой-то. Подожди, а куда нам идти надо? Черт, он меня заметил. Он меня заметил. Черт, отстань. Он меня поймал. Жесть, ребята. Подожди, а я... В смысле? А, нет, все нормально. Фуф, я уж думал это. Надо заново все делать. Так, нет. А, вон, ворота открыты.
Ворота открылись, ребят, видите, да? Отстань, 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 бежим! Так, нам надо вот сюда по лесенке. По лесенке. Все, он от меня отстал. Ты ж прыгать не умеешь, у тебя слишком большой пузяндр. Так, вот сюда, отлично. Так, теперь сюда. Слушай, тут, блин, так все сломано. Это, фуф, я думал... Кто пердит? Это он, походу, там внизу пердит стоит. Так. Окей, идем дальше. И тут что у нас такое? Тут надо респаун. Тут кнопка какая-то. Так, а что это респаун? Я нажимаю. Что? Подожди, что я нажал? Подожди, ну-ка еще раз. А, она и... А, все, понял. Респаун именно вот этой штуки. Так, погнали. Поднимаемся куда-то наверх. Так, и что? Что здесь сейчас будет? Ой, кафетерия, либо... Так, ну в кафетерию нам нельзя, да? Да, тут закрыто. Давайте попробуем открыть. Но, скорее всего, у нас ничего не получится. Поэтому нам надо сначала в какой-то зал. Так, это что такое у нас? О, попили. О, ничего себе! Вот это жесть, это же спидран, ребят. Есть игра такая, спидран. Капец, я бегаю. Так, 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 так. Ну, пок, ну, в принципе, ну, вот, если вот сейчас усложнений никаких не будет, в принципе, просто. Так. Отлично. Ха-ха, нифига себе. Так, мы с вами добрались куда-то. Погнали выше. Я хочу выше. Так, вот. Storage room. Интересно. Интересно, куда нам надо. Так, окей. Нам надо, видимо, сюда, в дверь. Да. Так, и надо что-то нажать, да? Что это за респаун? А, респаун вот этой штуки, да? А, я ее взял. Мне куда-то ее перетащить надо. Ничего себе. Вот неожиданно поворот. Так, скорее всего, вот сюда нам надо поставить, да? Да, ребят, все правильно. Теперь допрыгнуть как бы. Так, давай. Допрыгнул. Отлично, ребят. Мы с вами идем. И тут что? Ого. Вентиляция. Девочка какая-то бегает. Ну, похоже то, что... А, здесь вот так вот. Ветер дует, ребята, я понял. Надо прям аккуратно... Аккуратно проходи. Давай, давай, давай. Так, только куда? Вот сюда, наверное, да? Да, ребят, все правильно, идем. Сейчас скоро сбежим с этой тюрьмы. Так, ага, тут у нас прыжки. Ладно. Надеюсь, я смогу от первого лица прыгать. Так, что у нас, куда дальше? А, опа, нормально, нормально. Давай выше. Фу, хорошо, теперь сюда. Да, я допрыгнул. Уф, я уж думал, я сейчас упаду. Все отлично, с первого раза. Так, тут что? Так, тут куда-то еще дальше идти надо. Так, откручиваем. Вентиль, ага. Ага, вентиль мы крутанули. И значит, что-то там этот. А, через эту просто перепрыгнуть надо. А что я не смог перепрыгнуть? Интересно. Почему я не смог перепрыгнуть? Так-то я вот эту штуку прожал, да? Ну, давай попробуем, ну-ка, может быть. Как-то издалека? Нет! Ха, ладно. Сейчас попробуем еще раз. Так, я не понял. Может быть, не надо было прожимать? Так, ну та девочка как-то перепрыгнула, значит, все реально. Беги. Почему я не могу прыгнуть? Давай. Не, она... А, давай, беги, прыгай. Так, ладно, я сейчас к тебе подойду, смотри. А, она просто... Чего? Она просто прошла? Не понял, как она просто прошла? Вы видели, ребят? Она просто взяла и прошла. Смотрите, она просто там бегает. И все. Неужели все-таки что-то забаговалось? Попробую еще раз прыгнуть. Да я... он просто не дает, ребят. Ладно, давайте, знаете, как сделаем. Ребят, я перепрошел на другой сервер. Смотрите, вот я в этом снова моменте, да. Мы сюда вот идем. И я нажимаю на вентиль. Он закрывает, но вот эти две почему-то не закрываются. Я не знаю почему. Возможно, все-таки надо как-то перепрыгнуть. Реально, что ли? Я не знаю. Типа, как мне здесь перепрыгнуть, если он не перепрыгивается, я не понимаю. Может быть, мне вот сюда вниже? А-а-а!
Вот оно что, вот в чем прикол, ребят. А я это сразу не заметил, я взял, перепрошел зачем-то. И поэтому думал, что у меня, может быть, сбаговалось, потому что у меня уже баговались эти всякие игры. Вот эти истории похожие, да, поэтому я взял, перепрошел, оказывается, тут все так просто. Ясно все, ребят, теперь я могу спокойно там пробежать, капец. Ну ладно, ничего страшного, давайте сейчас пройдем тогда, вот здесь, видите, спокойненько. Теперь мы проходим как-то девочку, да, только ее на этом сервере уже нет, потому что это другой. Давайте вот так вот, отлично, и по вентиляции, подожди, нам куда? Нам вот сюда? Да, сюда, все правильно. И теперь получается вот сюда, наверное, да? Да, и в вентиляцию. Посмотрим сейчас, что нас будет ждать дальше. Возможно, это уже какой-нибудь финиш, да, конец. А может быть и нет, так. О, ничего себе, нас отталкивает. Нас отталкивает. Теперь в эту сторону. Нифига себе. Так, отлично. Уоу. Так, надо, главное, вовремя прыжок нажимать, и тогда все будет хорошо. Так, о. Все, мы прошли с вами и идем дальше. Давайте посмотрим. Сейчас. О, здесь наверх, да? Уиу! И что? И что? И что? Куда? А можно еще прыжок? Вот. Подожди, я вроде правильно в вентиляцию пошел, ребят, да? Да. Повар. Там повар. Это кафетерия, ребят, это повар. Черт, он меня заметил. Он меня заметил. И что с ним делать? Как с ним драться? О, фудзука? Ого! Так, я бегу, 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 бегу. Хочу взять ее, хочу взять. О, он рядом. Он рядом, он рядом, он рядом, он рядом, он рядом. Черт, он пуляется чем-то. Так, на тебе, на. Ты что, пуляешься? Обалдел? Так, я могу отсюда пройти? Да. На тебе. Я едой пуляюсь, ребят. На. На. Ай, не вижу. Не вижу. Я его уничтожил. А вот это прикольно было, ребят. У меня фудзука есть. Смотри, пэл, пэл. Класс, ребята, погнали дальше. Ну вот, это первая история, где мы с вами прям побеждаем конкретного босса, да? Оу! Я полетел, спустился и... Оу! Ничего себе. Так, окей. Вот тут лестница я вижу, да? Все правильно, нам, видимо, сюда. И это прям такая тюрьма, я вам скажу, жесткая, да? Вот выход. А, это снова наверх нам куда-то надо, да? О, я понял. Это лазеры. Это лазеры, и нам надо на них не попадаться, да? Так, я вроде не попался, здесь не попался. А если я попадусь, что будет? Но я не хочу этого узнавать, поэтому давайте мы с вами попробуем пройти без... О, без фейла. Так, где? А... Нет? Фуф, отлично. Фу, прошли. И, что здесь у нас? Так, нам надо куда-то туда, да? Ну, показывает стрелка сюда, поэтому лезем сюда. Вот, отлично. Нам надо взять. Ага, подожди-ка, нам надо взять. Куда? Зачем? А, вот так, наверное, положи, да? Да. И еще одну взять нам надо, ребят. Там, чтобы пройти, скорее всего, три штуки надо. Потому что вот здесь три их лежит. Так, давайте вот эту берем. Ну, слушайте, прикольно, когда надо взаимодействовать. Просто раньше я играл, и не было такого взаимодействия. А сейчас прям классно. А, ну, мы вот отсюда возьмем. Вот так. Чтобы не идти за третий, да? Вот так. Оба. Все. Изи, ребята, прошли. И это выход? Это кто? Это робот-полицейский какой-то. Так, ну, я понял. Нам надо попробовать его победить, да? И мы также... О, вон оружие надо ломать сначала. Так, отвали. 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 Оружие надо сломать. Минус рука. Воу. Ничего себе. Так, ну, мы сейчас его уничтожим, ребят. Давай, давай. Не-не-не-не-не-не. Нифига себе, у него пулемет. На. Мы справились с ним, смотри. До свидания. Всего, что ли, мы выбрали с вами? Так, здесь сейчас, наверное, машину какую-нибудь возьмем. Да, смотри. Маш, это, слушай, это прям Mad City или Jailbreak, да? О, поехали. Это что? Ой, я могу базукой стреляться, да, еще? Так, разбили. Мы с вами совершили побег с этой тюрьмы, смотри как. Ну-ка, куда мы приедем, интересно? Вон там что-то, смотрите, есть.
Нам говорят... А, нам все, выходить, типа? Да, смотрите, нам куда-то надо туда. А я хотел дальше, это слишком близко от тюрьмы. Сейчас вдруг еще погоня какая-нибудь будет. О, тут смотрите, это еще не конец. Оказывается, куда-то нам надо залезть. Интересно, а что там дальше будет? Ну-ка, давайте попробуем залезть и посмотреть. Так, мне кажется, что там, наверное, кто-то ждет нас, скорее всего. А может быть и нет, может быть просто, типа, концовочка и все. Сейчас узнаем. Так. Так, ну вот эти трубы, конечно, такие напрягучие. И кажется, как будто я сейчас упаду. Все, я уж думал, сейчас упаду. Так. Ого, смотрите. База какая-то. Там внизу вон, что-то еще есть. Ну-ка. Лезем. Да, ребят, все, это типа концовка. Это я могу поиграть, получается, в игру, где за нами бегает вот такой полицейский. Я, кстати, ребят, в нее играл. Если вы хотите посмотреть, обязательно поищите на канале. Ребят, всем большое спасибо за просмотр. Как вам игра? Пишите в комментариях. Ну и, конечно, я немножко затупил, но в итоге все-таки все равно мы прошли. Всем, ребят, спасибо за просмотр. Всем пока-пока.